В 2017 году торговый оборот Беларуси с Оманом составил почти 4 миллиона долларов. Перевес в сторону белорусского экспорта 3,5 миллиона от общей суммы. Самая мощная позиция здесь – это калийные удобрения. Продаем также электронику, по мелочи, продукцию деревообработки и мебель. Не так давно начали экспорт молока. Открытие выставки. Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Египте и султанате Оман Сергей Рачков отметил значительные перспективы оманского рынка для продвижения экспорта белорусских товаров и услуг. Тем временем география поставок белорусского продовольствия расширяется. Сегодня насчитывает уже 77 стран. Это последние данные Белстата. За январь-август стоимостной объем экспорта продовольственных товаров приблизился к отметке в 3 миллиарда долларов. На одного жителя Беларуси в прошлом году производилось мясо вдвое больше, чем в России и Казахстане. По производству молока на душу населения Беларусь опережает Казахстан в 2,5 раза. Армению, Украину и Россию более чем в 3 раза. А белорусский рубль сегодня на торгах в Минске укрепился к трем основным валютам. Доллар на завтра уходит с официальным курсом 2.11.12. Евро также в красном 2.44.58. Курс рубля России снизился 3.22.11 за 100 российских по Нацбанку на завтра. Дефицит бюджета США достиг рекорда за 6 лет. На конец финансового года, это 30 сентября, он составил 779 миллиардов долларов. Это на 113 миллиардов или на 17% больше. Рост обусловлен увеличением процентных платежей по государственному долгу, также затрат на социальное обеспечение в связи со старением населения. Военные расходы США также выросли на 6%, это плюс 32 миллиарда. Затраты на образование снизились на 48 миллиардов долларов. И Audi впервые в истории сменит логотип. Знаменитое лого автопроизводителя было придумано в далеком 1932 году. Новый логотип продемонстрировали в двух вариантах. Изображение опубликовало издание Quattro World. Пока неизвестно, на какой части своего модельного ряда Audi будет использовать новый логотип, и эксперты предполагают, что это могут быть электрокары. И у меня все о заметном в экономике на этот вечер. Спасибо, Сергей. Это была «Экономика дня» с Сергеем Воликом.